Нежный весенний праздник, Международный женский день, трогательно отмечали в детских садах. В Жаворонке мамы стали активными участницами праздничного сценария, даря детям смех и радость. До начала утренника мамы запасаются салфетками. Знают, такие праздники без слезинки умиления, признательности, невероятной нежности не проходят. Детвора своей искренностью и нескрываемой любовью растрогают любое сердце. А что уж говорить о материнском. Дети к этому мероприятию готовились с особой тщательностью, ведь это праздник мамы-бабушек, самых любимых людей на всей земле. И, конечно, хотелось их порадовать своими выступлениями. Пора нам на свет явиться, надо нам определиться, то, какую хочет маму, выбирай себе по нраву. Мама будет у меня, как вода ключа чиста, как пушистый снег нежно, теплый, словно дождь весной, самой милой и родной. Милая, добрая, нежная, самая, как хорошо мне будет с тобой. Мамочка, мамулечка, самая славная, для меня только ты, не хочу я другой. Мама будет у меня, солнце красное, меня согреет теплотой и улыбкой ясной. Я такую и хочу, и с тобою полечу. Я найду свою, редко-редко отниму. Смотри, смотрите, все они нас ждут, их там много, там идут. Мы уже дети есть, не хотим, чтобы вы родились. Мамы, ждите, мы лечим. Я слышал, что на земле есть зло. Кто защитит меня? Твой ангел защитит меня, даже рискнув собственной жизнью. Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя. Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что я всегда буду рядом с тобой. Скажи мне, как зовут моего ангела? Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его мамой. Красивые танцы, теплые стихи и песни – все для мам, чтобы знали они, как любимы, как значимы в жизни ребенка. Посмотрите, как в нашем зале хорошо, от улыбок радостных, так тепло кругом, что сосульки даже тают за окном. Отгадайте, почему улыбаюсь я, потому что рядом мамочка моя. Отгадайте, почему мне так тепло, потому что мама солнышко мое. Мама, мама, мамочка, я тебя люблю. Эту песню, мамочка, я тебе дарю. Знай, знай, что бывает не всегда послушными, но зато для милой мамы не бывает скучными. Театрализованная часть праздника прошла на глазах у царя Гороха и его скомороха. Прием прошел на высшем уровне, дети показали коллекцию креативной одежды, маму поиграли, потанцевали и посмеялись. Как бы я была царица, я бы сразу всех детей превратила в королей, чтоб поменьше заниматься, чтоб свободой наслаждаться. Хочешь ешь, а хочешь нет. Целый день по кругу шибей, хочешь музыку послушай, а хочешь ягодки покушай. Вторая молвила девица. Как я была царица, я бы мальчишек проучила, в рыцарей бы превратила, чтоб цветы нам всем дарили, комплименты говорили, чтобы вместо
прялись, где щипали, чтобы глаз вас не сводили, чтоб они нас всех любили. Видите, молвила девица. Кабы я была царица, я бы хотела, чтобы мальчишки знали все. Читали книжки, песни пели, танцевали, мамам, папам помогали, чтоб мальчишки непременно все бы стали джентльмены, вежливые и внимательные, все такие замечательные. Время, проведенное с мамочками, лучшее. Это мероприятие стало праздником счастья. Казалось, зал светится от улыбок мамы и их детей. Самый дорогой подарок к празднику.